Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом ролике я хотел бы просто и наглядно объяснить, как может формироваться задержка аудиосигнала в звуковом тракте. Ну и, конечно же, мы поговорим о том, как ее минимизировать. А вдохновили меня на создание этого видео ролики, посвященные цифровым аудиоустройствам. Например, таким как USB-звуковые карты, гитарные, вокальные процессоры и их виртуальные аналоги. Если проанализировать видеоролики, то можно заметить, что есть такой общий знаменатель. Я хотел бы выделить только два канала из множества, на которых обсуждается эта тема. Первый — это Hard Sound, посвящен электрогитаре. Второй — Давай запишем, который вообще посвящен теме аудиозаписи и обработки звука. И так вот, по информации блогерам, музыкантов, можно выделить три уровня задержки. Первый – это оптимальное значение задержки. Это от 3 до 5 миллисекунд. Кирилл из Hard Sound считает 5 миллисекунд, и с ним многие согласны. Давай запишем в ролике, как подключать гитару к компьютеру. Говорила, что лучше задержка — это 3 миллисекунды. Поэтому я и поставил двойное значение. Дальше от 6 до 10 миллисекунд идет нежелательное, но допустимый показатель. То есть говорят, что играть или петь можно, но привыкать к такому не стоит. 11 миллисекунд и выше — неудовлетворительный показатель. И тут вопрос именно в психологическом восприятии звукового сигнала. Если взять, к примеру, гитаристов, то если гитарист ударяет по струне медиатором и не слышит сразу звук, а он приходит только через определенное время, то мозг привыкает к такому рассинхрону, вынужден подстраиваться. И когда-то он приходит где-то, скажем, на каком-то консоли и пытается сыграть в аналоговое устройство, и тут уже начинается проблема на психологическом уровне, потому что мозг привык воспринимать информацию с задержкой. Интересно, что другой блогер, Александр, автор канала «Давай запишем», предложил метод рассматривать задержку с точки зрения длительности нот. За основу взят темп 120 BPM, это означает, что четвертная нота равняется полсекунды или 500 миллисекунд. Соответственно, восьмая нота будет длиться 250 миллисекунд при таком темпе, шестнадцатая – 125 миллисекунд. Можно ли сыграть в таком темпе? Конечно же можно. Вы сейчас на экране видите скриншот табов Чета Аткинса, и тут как раз в обратном галопе есть шестнадцатые ноты. Если 16-я будет считаться как самая короткая, что чаще всего и бывает, тогда задержка 5 миллисекунд будет равняться 0,04 16-й ноты по длительности. Задержка в 10 миллисекунд будет равняться 0,08 длительности 16-й ноты. 15 миллисекунд – это 0,12 длительности 16-й ноты. Ну, кажется, ну совсем такие показатели, ну, мизерные, не должны они восприниматься. Но вопрос не только в звуковых устройствах, а вопрос в целом тракте. У нас есть источник сигнала. Пусть это будет электрогитара, хотя это может быть и партия вокала, и клавишные, или что угодно. И сигнал с этого источника подается в ACP-CAP. Цифроаналоговый преобразователь, аналогоцифровой преобразователь расшифровывается. Это может быть и интегрированная карта компьютера, потому что эта звуковая карта имеет тоже DSP-процессор. Ну, возьмем тот вариант, который советуют чаще всего, это внешняя USB-звуковая карта. Итак, сигнал приходит с гитары, аналоговый, оцифровывается и через USB-порт попадает на наш компьютер. Далее он обрабатывается программой, чтобы эмулировать звучание различных гитарных комбиков и тому подобное. И здесь стоит задаться вопросом, какое программное обеспечение я буду использовать. Ведь даже на мощном ПК разные программы ведут себя по-разному, потому что у них алгоритмы отличаются. Я бы советовал использовать TONLIP GFX. Это кросс-платформенная программа, я ее и на Ubuntu успешно установил. Но вы можете использовать Guitar Rig или какую вам угодно.
Разобравшись с программой, выбрав, которая лучше всего обрабатывает сигнал, переходим к железу. И стоит сказать, что героем дня у нас является центральный процессор. Именно это краеугольный камень обработки. Поэтому делать такие действия, как замена интегрированной карты на PCI, звуковую карту недорогую, или же использовать дешевую USB-звуковую карту, по большому счету ничего не даст. Как говорят в народе, шило на мыло. Это нужна карта с хорошим процессором. Исключение составляет, если вы являетесь обладателем ноутбука, а не компьютера. Дело в том, что в более старых моделях и имеется два разъема. Это под наушники и под микрофон. Новые ноутбуки довольно часто имеют один разъем, как на смартфонах, планшетах, рассчитанный на 4-пиновую гарнитуру. Поэтому некоторые люди, которые не имеют слишком много денег, предпочитают купить на AliExpress, например, вот такую звуковую карту, как вы видите, на экране, и подключаться в линейный ход. Хотя, опять-таки, тут сделать оговорку, что нужно использовать D-Box, поскольку у гитары небалансный высокоумный сигнал. Поэтому, если вам позволяет денежка, лучше сделайте апгрейд компьютера, купив процессор, чем поставить недорогую PCI-звуковую карту. Ну и, конечно же, нам хочется мониторить обработанный компьютерным сигнал. Поэтому с компьютера сигнал поступает в наше устройство ЦАП-АЦП и с цифрового преобразовывается в аналог, который человек уже может распознавать. И здесь тоже есть свои подводные камни. Дело в том, что если вы слушаете на мониторах-колонках, то тут нужно понимать, что звук, а аудиосигнал – это звуковые колебания, распространяется с определенной фиксированной скоростью. При 20 градусах по Цельсию это где-то 343 метра за секунду. Если мониторы находятся на расстоянии 1 метра от человеческого уха, скажем так по-простому, то звук долетает за 2,9 миллисекунды. Если это расстояние 2 метра, то должно пройти 5,8 миллисекунды, прежде чем его услышит человек. Ну и последний участок – это идентификация сигнала органами слуха человека, его преобразование и передача в головной мозг. Но, как правило, с этим участком цепи все в порядке. Итак, давайте подведем итоги и выведем краткую формулу задержки. Время задержки состоит из таких составляющих. ТАЦП – время обработки аналогового сигнала в цифровой. ТПК – время обработки сигнала на компьютере программами. ТЦАП – время преобразования обработанного компьютером сигнала в аналоговый. Ну и если мы слушаем на колонках, мониторах, еще присутствует ТМОН, то есть время, за которое колебания звуковые достигают органов слуха человека. Поэтому мы видим, что вопрос не только в звуковой карте, что вот я куплю крутую карту Zoom и будет все хорошо. Нужно учитывать весь тракт и насколько мощный компьютер. И какие алгоритмы использует программа, которую вы задействуете для обработки звука. Надеюсь, этот ролик помог вам яснее увидеть вопрос задержки. Если у вас свои мнения есть по этому поводу или же вопросы, пожалуйста, напишите их в комментарии. Также огромная просьба, оцените это видео. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, если не хотите пропускать новые ролики. Большое спасибо за то, что досмотрели его до конца. До новых встреч на YouTube!